Посевная в Чувашии набирает обороты. Сев яровых зерновых культур идет в 16 районах. Минсельхоз Республики напоминает аграриям о необходимости страхования посевов, чтобы минимизировать риски от потерь. Тем более, что в последние годы сельхозпроизводителей Республики довольно часто подводила погода. То сильная засуха, то наоборот переувлажнение почвы. Сейчас, к примеру, во многих хозяйствах отмечаются потери озимых культур. В конце прошлого года в законодательстве, касающемся агрострахования, произошли изменения. Был расширен перечень рисков, теперь их более 20, и упрощена подача документов. Предприятие самостоятельно определяет вероятные риски. От этого зависит сумма выплат в случае гибели урожая. Кроме того, СХПК, застраховавшие посевы, могут рассчитывать на господдержку. Господдержка в этом году ориентирована на то, что предприятия, осуществляющие страхование своих рисков, в первоочередном порядке получают несвязанную поддержку. В случае, если происходит ЧС ситуация и предприятие имеет право получить возмещение с федерального бюджета своих понесенных затрат, возмещение произойдет в 100% объеме.